Сергей, а экономия реально 40%, что ли? Да, экономия реально 40%. Если базовая ставка 25 литров по трассе, а я отслеживаю и смотрю, сколько он на самом деле ест после добавки биокатализатора, я обратил внимание, что расход был 17. Как я отслеживаю это? Дело в том, что на автобусе... Это стоит... по городу, да? Это по трассе. Я по трассе говорю, да. По городу, при пробках, при всяких транспортных ситуациях, он ест 37-42. На сегодняшний день он ест 25-27 по городу. То есть, вот, получается, вот, пожалуйста, 30... от 42, да, до 25, вот они 40%. Да, вот они даже 40, пускай даже 35, в зависимости от силы вождения, в зависимости от какие пробки в городе. Но биокатализатор работает на 100%. И как вы отслеживаете это? Отслеживаю, я еще раз вам хочу сказать, что стоит на автобусе ГЛОНАСС, что показывает через компьютер, я это все прекрасно вижу. То есть не было бы ГЛОНАССа, конечно, сложно было бы, да, палочкой замерять в бак, смотреть, отслеживать, там, рисочки ставить. А ГЛОНАСС конкретно работает. То есть по ГЛОНАССу я вижу, сколько залито бензина, сколько, какой километраж прошел автобус, сколько съел дизель в этом, на 100 километров, сколько остатков в баке и сколько меняется в зависимости от пути движения. То есть или это пробки, или это чистая дорога, сколько на сегодняшний он потребляет, будем так говорить. Но я вам хочу сказать, что от 25% до 40% идет экономия. Биокатализатор просто прелесть. А как по денежном плане экономия заметна, это идет? И вот покупается как биокатализатор, да, тратится на него сумма, оправдывается это? И я вам хочу сказать, такая ситуация. Посчитать очень легко и просто. Автобус 2 дня назад пришел с Москвы. В Москву он прошел 6 тысяч километров. 25% экономии, даже если в среднем считать, это, грубо говоря, если потрачено было на топливо 30 тысяч, 25% это 7500 просто в кармане остается. Хороший. То есть они результат. Остались, да? Да, они остались. Реально? Они остались, даже если мы отнимем, стоимость биокатализатора, вот эта упаковочка, которая добавляется в бак. Она 660 рублей, да, да, вот такая баночка? 660 рублей. Вот и посчитайте, да. Этой упаковочки хватает на 700 литров. Я потратил 1,5 тонны. 1,5 тонны это получается 2 упаковочки. 2 упаковочки это получается 1320. 1320 заплатил, 7000 сэкономил, 7,5, отнял 1320. Легко считается. Угу, отличный результат. А вот были опасения какие-то добавлять поначалу в автобус? Все же людей возите на такое расстояние. Дело в том, что я перед тем, как использовать этот биокатализатор, я, естественно, ознакомился, что это такое и для чего он добавляется. Он добавляется для того, чтобы в камере сгорания плохое топливо, а в том числе дизель, который должен сгорать 98%, а у нас, так как топливо очень плохое, сгорает 65%. При добавке биокатализатора в топливо в камере сгорания происходит соприкосновение биокатализатора и топлива, и получается до конца сгорает то некачественное топливо, которое мы отправляем. Поэтому получается экономия, получается мощность. Поэтому я хочу сказать, что то, что сгорает в камере сгорания, оно не может просто-напросто повредить двигателю. Нет выхлопа, ЦО чистое. ЦО обалденно. Я говорю, когда подходишь, даже просто открываешь капот, чтобы посмотреть состояние какого-то там элемента, да, части там какого-то двигателя, да, чтобы там, ну, как всегда, водитель должен выйти, посмотреть исправность, да, двигатель работает, невозможно стоять, да, идет выхлоп. Сейчас подходишь, нормально открываешь капот, стоишь, смотришь уровень тосола там или еще что-то, то есть не чувствуешь такого выхлопа, как это было раньше.